Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Admirata Space, и добро пожаловать на наш летсплей по Майнкрафту, Mine Souls. Со мной сегодня... Да, Ник, здрасте. О, смотри, какой высокий. Да, и мы продолжаем наши похождения. Остановились мы на том, что побыли очень много времени в шахте, а также зачистили один из крупных данженов. Нашли там кучу интересных ресурсов, да, не успел себе скрафтить замечательную рапиру. Ну, а я нашел некоторые интересные вещи. Например, вот такую вот волшебную палочку. Посох, я бы даже сказал. Который при нажатии взрывает. Ну, стреляет взрывными шарами. Также есть такой вот Earthen Tome. Я не знаю, что это за том, но при нажатии на правую кнопку мыши... О! Охренеть. При нажатии, да, на правую кнопку мыши он создает какое-то неизвестное поле, уничтожающее все вокруг. Написано, нажмите правой кнопкой мыши, дабы призвать какой-то рупчур. Ага, deals area damage. У вас есть 17 уровней. Shift right click, и вы проапгрейдите этот том. Смотри, здесь желтый крипер. Ладно, я его, пожалуй, пока уберу. Электрический? Я его убил, правда, случайно. А, ну хорошо. Так, ладно, пока хотел, нам этот посох не нужен. И в этой серии сегодня мы наконец-таки будем переезжать в замок, который я нашел еще давно. Вот, я надену новую броню Сильвериум. В прошлой части я про нее рассказывал. И думаю, вы про нее уже все наслышаны. Она довольно-таки неплохая. Вот. Поэтому я ее сейчас одену. И что еще хотел сказать? Мы постараемся зачистить этот замок прямо сейчас. Поэтому, да, вперед. Таня, ты где? Убиваю enemy knight'ов. Хорошо, ты там как знаешь, а я иду уже сразу в замок. Он находится рядом с тем данжем, в котором мы были в прошлой серии. То подземелье мы, благо, смогли благополучно зачистить. Вот. Кстати, это Сильвериум Армор похуже защищает, но она дает скорость двойную, что меня радует. Люблю быть скоростным. И вот этот самый замок. Сюда мы идем. Вот. Только как интересно. Давай найдем вход, Дань. Я хочу через главные ворота. А то что через мы парадную как? Дверь? Да, через парад. Ой, что это? Вау! Оу! Ну, я не знаю. Мне уже не нравится. Подожди, это случайно не то место, где вы нашли слизня большого? Возможно, возможно. Ох, смотри, тут скелеты в золоте. Ясно, как это. Так, я спрыгнул вниз. В сундуке уже ничего нет. Странно. Мне почему-то кажется, что мы тут жить уже не сможем. А! Даня, я знаю это место. Мы тут в канализации были, а нам нужно наверх. Вот, все, мы в замке. Ай, варлок! Я вылетел. Как это? Заходи вновь. Тут варлок. Хорошо. Так, я его победил. Черт, не разбомбить мне этот замок самому. Потому что мы ж тут жить хотели. Хотя я не уверен, что у нас-то теперь получится. Учитывая то, какой он разрозненный. Даня, помогай, у них щиты. Помогаю, у них щиты. О, щилд. Действительно, интересно. Ай. Он тебе выпал? Да-да-да, выпал щит, только... О, здорово. Да, я думаю, мы тут можем жить. R. У тебя будет щит в левой руке. Так, тут... Наверное. Окей. Я тут немного зачистил местность. Замок немного так себе сгенерирован, но ничего. Зато у нас скелет. С зачарованной мотыгой на добычу 3. Но она мне не нужна. Мне кажется, это было какое-то поселение, и скелеты его просто захватили. Так сказать, устроили массовый рейд. Я не знаю. Да, это такая была фортреция. Ай! А еще там был скелет в алмазах. Вау! Волшебник! Ай-яй. Дань, помогай. Момент у парфувора. Мучис гратис. Мне действительно нужна тут помощь с этими скелетами. Черт, они отхилили. Ладно. Так, ну я сейчас захожу, у меня мышка уже пропала, курсор, значит, я все равно вылетела. Я в краш-зоне.
Здорово, придется вновь проводить ту самую процедуру, которую мы проводили в прошлый раз. Да уж. Так, друзья, я немножечко позачищал этот замок. Понял то, что мы в нем жить не будем. Во-первых, он не особо так-то хороший. Весь уже наполовину разрозненный. Такая постройка, да, со грехами. Ее захватила нежить. Но поэтому мы решили его забросить. Но при этом я нашел вот такую вот проклятую кость. Cursed Bone. Уж точно не знаю, для чего она, но думаю, что в будущем использовать ее мы сможем. Так, ну я думаю, мы тут заберем еще наковальню и, в принципе, можно отсюда валить. Вот, Даня, ты тут? Да, я здесь уже. Хорошо. Тогда я с этого замка ухожу. Тут опять это топоры, я возьму только кости. Вот. А, правда, тут вот еще один данж рядом с ним. Интересно, что в нем имеется. И можно ли ломать эти блоки? Да, можно. Ну, давайте пока не будем. Найдем просто вход. Щит, кстати, да, действительно можно использовать. А можно ли его дать... А, нет, нельзя. Только так использовать. А. Окей. Какие-то очень странные звуки идут. Я надеюсь, это не те самые персонажи. А тут не работает спавнер. А. О, темные рыцари. Их мы знаем, да, Даня? К сожалению. А из них выпадают, между прочим, слитки. Очень даже хорошие. Поэтому я сейчас их выбиваю. А у тебя есть меч на добычу? Nope. Ну, может быть, сейчас. Просто было бы неплохо. Нет. А, жаль. Или подожди, или может быть. Я сейчас скажу тебе точно. Книга. Вот книга. Ну, если нет, ладно, сейчас создадим. Ну, точнее, зачаровать можно будет в любом случае. Mm-hmm. Из них, как вы можете видеть, выпадают различные металлы. А также из них выпадает бесплатная смерть. Вот, Cast Iron Ingot. Уж точно не знаю, как его сделать. Возможно, он только и выпадает с них. Так, тут мечи, всякие ресурсы забрали, убегаем. Опс, я упал. Таня, я тут ресурсов нам собрал чуть-чуть. О, это хорошо. Опять механический меч. Шесть урона, серюкены, ну такая. Не удивлен я этим. Индикаторы, значит, сейчас скажу тебе, можно ли... Чё еще один сундук там залутать и, в принципе, уйти из данжа, мы с тобой вдвоем должны его исследовать. Чтобы было, во-первых, интереснее всем. Во-вторых... Что ты спрашивал, значит, на... Ага. Ну, мы можем, можем сделать бумажный. Так, подожди, они какие-то пассивные. Ну-ка я их... А, тут палочка не используется почему-то. Right click to shoot an explosive projectile. А, то есть... Ладно. Я понял. Туда можно пока не идти. Что ж, друзья, я залутал немножко данж. Дань. Ушки. У меня немножко есть ресурсов для тебя. Ух ты. Вау, не правда ли? Угу. Бегут домой. Ой. Упс. Глупая моя башка. Теперь заделывать пробоины. А, нам бы надо сундуки новые скрафтить. Но это так. У меня есть Cursed Stone. И Coin of Depths. Какие-то ресурсы, неизвестные для меня. Почему-то у меня вагонный режим вышел. Ладно. Почему бы и нет, подумал Майнкрафт. Так, создаем сундук. Получаем его. Наш цельный, любимый сундук. Кладем туда все, что набрали тут. Просто хочу посмотреть, какие именно ресурсы для чего используются. Как-никак я, без понятия. Ты, кстати говоря, где, Даня? А, вот ты. Я вижу, крафтишь. Так, подожди. Ага, и палка нужна. Кстати говоря, эта броня, как вы можете видеть, делает меня невидимым навсегда, пока я ее не снимаю. Довольно неплохо.
Жаль только, что броня видна сама. Ага, у нас даже два проклятых камня. Два босса можно призвать, Дань. Уже. Ух ты. Помимо этого, у нас 17 амазонита и 2 Coin of Depths. Интересно, что с ним можно сделать. И механик амулет. Summons a bot. Requires two... нужно 15 магии и 3 меди. И что он делает? Может быть похилен медью и... Ну-ка. Вау! Даня, смотри! Кого я призвал? Иди ко мне. Сюда, иди. За мной. Назад, назад. Стоунбот. Где ты? Вот я. Вот, смотри. О, прикольно. Ух, и его можно хилить этим айроном. Неплохо, неплохо. Прикольно. Да. Призвать босса, Дань? Да нет. Чего, давай, у нас пока... Упс, я уже призвал, причем очень в плохом месте. А у меня нечем с ним сражаться. Поэтому... Если он сейчас разнесет весь дом, я не виноват. Он разнес весь дом. Он только пол дома разнес. Даня, спасай. Даня, что происходит? Меня... Мы улетаем. Даня... Это была очень плохая идея. Я не могу к нему подойти. Я тоже. Нет, я подошел. Возьми, пожалуйста, свою рапиру и... Я улетаю. Я тоже, как? Я не могу. А как? А как с ним сражаться-то? Я не знаю, но... А ты можешь его как-нибудь убить? Нет. Он не дает мне вообще двинуться с места. Давай стрелами. У меня нет стрел. Я телепортировался на хом. А, он от себя относит. Кошмар. Что делать с ним? Давай, Даня, пытайся его убить там сам. Он на меня, видимо, сагрен. И всю броню ломает. Я ее сниму, наверное. Так, да, он сагрен на тебя и на голема. Угу. Так как я его призвал. Так, а что же делать? А почему он хилится? Понятия не имею. Я его бью. Он сейчас почему-то какой-то не то самое. Черт возьми, я, кажется, еще и портал сломал в сумеречный. Да. Никита, ты все испортил. Я знаю. Как же нам его теперь убить? Может, выйдем и зайдем назад? А не выйдет, он все равно тут как бы. Ты его мочишь своей рапирой? Сколько ему сносится? А ему вообще ничего не сносится. Да. Знаете, друзья, для того, чтобы избежать вот такой вот неполадки, я думаю, мы сейчас что-то предпримем и вернемся после рекламы, можно сказать. Друзья, с горем пополам мы смогли этого босса убрать отсюда. Из него выпали вот такие вещи, но мы их выкидываем, потому что мы их нечестным путем заработали. И дабы вас, так сказать, не огорчать, то что вот вы его убили не сами... Мы эти вещи поэтому выкидываем прямо сейчас. Только вот убьем вот этого чувака. Кто это, я не знаю. Так, и мы их относим куда-нибудь вообще далеко-далеко. Сперва убью парочку воров. А Даня крафтит там для нас нормальное вооружение, да, Дань? Да, для тебя крафчу хорошее вооружение, чтобы можно было драться и чтобы это был острый меч. Так, ладно, вот я их сюда закапываю, мы их брать вообще не будем. Раз... И два. Я даже не знаю, что это за меч. Очень красивый, конечно. Эх, Magic Blade 3, отдача. Ладно, прощайте, мы вас получили нечестным путем. Все, они тут пускай лежат. Magical Coin. Так, мы их тоже нечестно получили. Уходите. Все, друзья, я их закопал. Вы сами все видели своими очами. И босса этого мы, конечно, его призывалку так-то... можно сказать... Испортили? Да. Но у нас есть еще одна, и когда мы будем помощнее, думаю, мы его вновь призовем. Но мы будем готовы к этой неравной битве. Мы еще прочитаем пару гайдов. Да, мы еще гайды прочитаем. А то непонятно, почему он такой мощный. Так, ну и проблема еще заключается в том, что нам полдома разнесли. Вот.
Что с этим делать, пока непонятно. Я думаю, что мы все-таки будем переезжать вот прямо в этой серии. Пока что поставлю тут факел. Хотя бы нормальный спуск делаю. А ну-ка смотри, Никит. А ну-ка. Давай. Я тебя ударюсь. Давай. Спасибо, было очень приятно. Нормальный? Отличный. Сколько... Ну-ка, дай, у него это, добыча есть? У него добыча 3 острота. Попробую убить моего голема. Убил. Вот это его громко. А если я сейчас попробую убить... Череп? Блин, нам бы сейчас какой-нибудь... Вот, циклоп, видишь, на карте стоит? Да, нет. Попробуем его убить. Ключевое слово попробуем. Маркер смерти. Эх, да, босс был нехилый, должен сказать. Ну, что поделать. Давай, Даня. Уно моменту. И поехали. Вау. Ладно, я был без брони просто. Ладно, я его замочил. Ну что ж, тогда, Дань, пошли искать дом себе новый. Еще раз? Давай искать себе новый дом. Нам, в принципе, давай. Больше тут терять нечего. И мы окрестности почти все исследовали. Что ж, тогда идем на поиски. Ну тогда давай мы заберем, наверное, сундуки. Нет, сперва нет. Сперва давай я найду место, поставлю там waypoint. Смотри, здесь щит какой-то. Я знаю, да. Cursed Bone. Что я, кстати, не знаю, зачем оно. О, оно призывает скелетов. Да? Причем по КД, походу. Посмотри. Оно... Ха-ха! Даня! Ты серьезно? Угу. Так, ну-ка, нет, дай-ка. Все-таки оно за ХП их призывает. Дай косточку. Одно сердечко. Дай я попризываю, я ж некромант. Ай, ты! Я знаю, как на них подействовать. Черт возьми! А косточка исчезла. Спасибо, Даня. Прости, пожалуйста. Даник, ну вот... Ну что ты сделал? Да ладно тебе, ничего страшного. Я тебе меч хороший сделал. Ну хорошо. Ладно, потом еще выбьем. Ну, в принципе, вещь довольно крутая. Нет, давай мы не будем переезжать. У меня хороший здесь... Даня, такой... переедем в другое место, где нормально построим, во-первых, дом. Или найдем замок. И все. Это не составит нам труда. Так, дай мне тот меч, пожалуйста. Дань. На, еще сдаю тебе. Мне нужно узнать, что для рапиры там нужно. Ага, вспомнил. Ну тогда я пошел искать место для этого, дай мне только меч. О, надо положить. На. Сейчас стоять, несу всякое. Там. Я кинул. Спасибо. Так, сколько у него урон? Ну ничего, зато выглядит красиво. Не бей меня сейчас только, окей, у меня мало хп. Не буду. Так, пошли тогда в другую сторону, чё ж мы всегда в одну. В руки факел и вперед. Будем искать место для нового дома. А точнее, может быть, сразу будем искать дом. Поняли? Возможно, замок, крепость, поселение жителей. Все это нам подойдет. Ибо нам главное, чтобы местность была хорошая. И что еще, Дань? И уютная. Да, согласен. Именно поэтому вот я уже встретил скелета. И убил его. Это так мило. Да. А еще я нашел... Вау! You can help hire me with items. Ой, извини. Что я ему сделал? Какой-то чувак? Ты его хайрнул, походу. Нет. Какой-то mercenary. И у него тут очень странный верстак, который я не могу даже использовать. Ну, здорово. Вау. А что мне с ним делать? У него тут, видимо, свой лагерь, но он поселился возле данжа. Ай. Что ж, ладно, не будем его отвлекать. Мы все-таки на поисках дома. Или места для него. Заодно светает. Скелетик перед нами. Можем его замочить.
Ох, на правую, то есть на левую кнопку мыши данный посох взрывает, а на правую мобы отлетают просто далеко-далеко. Сделать, поставить поджигание на рапиру или нет? Попробую улучшать только кварцем. Только ну, кварцем? Может, я еще что-то восстановлю? Ауто-рапер сделай, кварц и что еще? Алмаз можно поставить. Алмаз что дает, я забыл. Что? Сейчас ифриты? Да не ифриты, в пустыне. А, это не ифриты, это сэндсторм. Воу-воу-воу-воу-воу. Они в меня песком. Мне бы сейчас не помешали стрелы. Так, ладно, а как бы мне их обойти? Может, они друг друга смогут? Нет, не смогут. Дань, мне твоя помощь бы не помешала. Момент, я занят чуть-чуть. Одного победил. Из них выпала Сэнди Рот какой-то. Ай-яй, давай, я ж близко. Один удар, отлично. Ух, получилось. Мы победили каких-то троих интересных ифритов в пустыне. Ха. Возможно, это были песочные ифриты. Я в этом почти на 100% уверен. Что насчет вот этих Desert Draggers? Мы их, помните, в первой серии? Миниатюрное красное сердце. Ну, неплохо. О, мини-босс. Так, знаете, я на него пока не пойду. Вон там даже пирамида в виде данжа. Или наоборот, данж в виде пирамиды. Можно в него заглянуть, между прочим. Да не хочешь со мной в пирамиду Хеопса? А, хочу, подожди меня. Создай, пожалуйста, рапиру нормальную. Потому что да, этот меч, видимо, лучше. Хорошо, я тогда пока буду своим магическим уроном дамажить. А это все-таки для добычи? Хотя нет, добыча нам важнее. Добыча 3 ведь? Или тут нет? Добыча 2 пока. Добыча 3, добыча 3 ты сделал. У тебя на мече добыча 3, я могу сделать рапиру добыча 3, лайфстил и восстановление сделать. Вампиризм можешь сделать? Вампиризм есть. Уже? Молодец. Да. О, сундук. В нем... Хорошо, ну, я сделаю восстановление. Обычный амулет. Его можно на себя повесить? Нет, нельзя. Мы, кстати, уже вторую серию хотим сделать о бэкпэке. Угу. Так, я к тебе тыпаюсь. Ну, я уже зачистил. Тут ничего особого не было. На самом деле. Так я хочу каких-нибудь мобов убить. Рапиру попробуй. Сделал, да? А ну, слышишь? Да, стой, погоди. А, сейчас я к тебе... На тебя ее испробую. Давай. У тебя полный хп? Да, нет. Ну давай. Нормально. Ну, хорошая. Нормально? У тебя же есть рапира? Вот она. А вторая у тебя была, помнишь? Так наша пропала. А, точно. Она на вампиризм? Вот это да, на вампиризм. А ну, кстати, ударь меня пару раз. Один раз ударь меня. Вернее, подожди, сейчас я же без брони. Ладно, один раз стукни. Стоп. А... Ой, извини. Но у меня сердце восстанавливается очень быстро. За удар одно сердце. А ты можешь мне такое сделать? А, могу, если попросишь хорошо. Хорошо. Ну, ай, меня убил. Прошу хорошо. Скелетон-рыцарь? Можно так сказать, почти что. Ну, там так и написано. Значит, он. Что поделать? Такова жизнь рыцаря-скелета. Воины-скелеты. Воины добра охраняют лето, бьются до утра. Воины я нашел пещеру. Это... Воины света, Джарастафарай. Бьемся до рассвета. Да, мне кажется, что это данж. Иди ко мне. Охраняют лето, бьются до утра. Ну все, успокойся. Я тебе сейчас сделаю, покажу. О, что? Плавильня готовая уже стоит. У жителей. Ну и что? Это странно. Тебе ее вскопать или нет? Да не надо. Ой-ой-ой, а чё ж так залагал? У нас, видимо, миллионер не сильно хочет работать тут. Ну да ладно. То, что у них плавильня, это я знаю. Я как бы уже у себя в мете увидел. Она еще на кирпичной такой... Основе? Да.
Так, а что у жителей да. есть? Ну, в принципе, ничего интересного, как и всегда. Живут себе, поживают, добро наживают, может, и неприятности в виде зомби. Ну, а мы идем дальше, ищем место для дома. Я ну, как тебе бы... тоже делаю. Да-да-да. Но место для дома я, между прочим, уже нашел, правда, я хочу найти сам дом. Плюс-то на границе с пустыной. А что за достижение? Тань. Это ты нашел походу, какой-то дом. Я нашел? Зомби! Да, черт возьми. Черт, он забрал мой меч. А, да как же может... так? А, да почему? Я не могу его убить, Дань, помоги. Ой, что я делаю? Мой меч не рубит. У меня он какой-то бракованный, честно говоря. Дань, помоги, пожалуйста. У меня отняли все оружие. Можно так сказать. А, все, у меня пропало. Мне кажется, нам уже стоит заканчивать эту серию, потому что долго очень, и мне уже пора идти. Хорошо, только вот что делать с вещами, которые у меня пропали? У меня пропали меч и... Ну хорошо, друзья, всем спасибо, что посмотрели. Не нашли мы так место для дома, но думаю, в следующей серии все образуется. Всем спасибо за внимание, увидимся.